Доброго вечора, ми з України. Друзі, вітаю вас із Києва. Я Самвел, український армінін. І любимая рубрика «Свежие потери рашистов». Увага, будь ласка. Воскресенье, 13 августа 2023 года. В утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава Вооруженных сил Российской Федерации составили 264 776 человека-жмуриков. Это цифра без учета данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины. На вторник, 1 августа, эта цифра составляет 76 192 человека-жмурика из ЧВК в целом. Большинство российских ЧВК перешли под контроль Министерства обороны Российской Федерации, и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь. И с 1 августа отдельный подсчет не ведется, не будет вестись. Итого, друзья, финальная цифра 340 968 человека-жмуриков, солдат и офицеров младшего, среднего и старшего звена и плюс порядка 15 генералов армии Российской Федерации. Вот такие, друзья, прекрасные цифры, свежие данные. Хочу сказать, что это данные с оппозиционного телеграм-канала под названием «Генерал СВР». И я периодически публикую данные оттуда и пользуюсь этим каналом уже порядка 4 лет. Уже, наверное, более даже 4 лет. И много инсайдерской информации, приходящей с этого канала, оказалось в результате правдой. И только спустя пару-тройку лет эти данные подтверждали британская разведка, американский институт войны и в целом американская разведка и так далее. Поэтому, друзья, закономерность тут вот такая, простая. Сразу хочу сказать, что раньше была еще и цифра третьих параметров, это цифры потерь Росгвардии и пропавших без вести. На сегодняшний день они не публикуют этих цифр, поэтому то, что маемо, то маемо.